В Свердловской области расширен перечень самозанятых, имеющих право на получение материальной помощи. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. По 5000 рублей получат предприниматели, зарегистрированные со 2 апреля по 1 мая. При этом те, кто стал на учет до 1 апреля, получат еще дополнительно по 5000 рублей. Всего на осуществление выплат выделено больше 141 миллиона рублей. Эти и другие меры поддержки бизнеса сегодня обсуждали представители власти, управленцы и предприниматели. На встрече еще раз затронули самый болезненный вопрос – возвращение бизнеса к докарантинной жизни. По словам первого заместителя губернатора, регион уже готовился к снятию ограничений, но их пришлось отменить как раз из-за халатного отношения к безопасности предпринимателей. Мы сегодня видим по происшествию уже полутора месяцев, что принятые меры позволили нам не допустить на промышленных предприятиях, которые не прекращали свою деятельность, вспышек коронавирусной инфекции. Они, к сожалению, произошли совсем в других местах. Вот последняя история с красным и белым.